Хакасии полицейскими задокументирован факт дачи взятки. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Хакасия совместно с представителями Министерства лесного хозяйства на одной из торговых точек в городе Абакане был выявлен факт реализации хвойных деревьев с нарушением требований, указанных в разрешении на вырубку. Кроме того, количество деревьев превышало число, заявленное в документации. Высота новогодних елей и пихт, реализуемых на елочных базарах, должна быть не более 3 метров. Деревья поступили в продажу со склада, расположенного на улице Пушкина в столице региона, где полицейские также обнаружили деревья гораздо выше положенного размера. Кроме того, оказалось, что количество вырубленных елей превышало обозначенное в документах. Всего было изъято более 100 хвойных деревьев. При проверке документации, находясь в служебном полицейском автомобиле, 39-летний житель села Берегчуля Скийского района с целью сокрытия установленного факта незаконной рубки и, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, положил между водительским и пассажирским сиденьем на подлокотник денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Полицейские незамедлительно сообщили о произошедшем в дежурную часть полиции. Факт дачи взятки был задокументирован. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Также в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений.